Есть поговорка. Kumusta mga siyokoy? Ang pagbabalik. Taong September 18, 2004 ay nagkaharap sa The Golden Boy Oscar De La Hoya at Bernard Hopkins para sa apat na titulo sa middleweight division. Sa mga panahong ito ay napaka-popular ng laban na ito dahil paglalabanan nila ang WBC World Middleweight Title, WBA Super World Middleweight Title, IBF World Middleweight Title at WBO World Middleweight Title. Talagang sa laban nilang ito ay hindi mo mahulaan ang mananalo dahil maliban sa mga high caliber silang dalawa sa mga panahong ito ay may impresibo itong mga kartada na nagpapakita na isa talaga sila sa pinakamagaling na boksingero sa panahong ito. Si De La Hoya ay bit-bit dito ang kartada na 37 wins, 3 talo at 29 wins via knockout. At samantalang si Hopkins naman ay may record dito na 44 wins, 2 losses, 1 draw at 31 wins via knockouts. Ayon sa ating research mga siyokoy, ito daw ang the deadliest body shot in boxing history dahil natalo dito si De La Hoya via knockout sa round 9 nang matamaan ito ni Hopkins ng isang lever shot. Sa sobrang sakit ay namilipit si De La Hoya, ilang minuto din ang nagdaan para itong katayo. Tara mga siyokoy at panoorin natin muli ang kanilang naging yakapan, este bakbakan. Magsisimula na po ito pagkatapos ng intro. Все-таки не нужно сбрасывать со счетов его скорость. Тот физически намного сильнее. Удары слева De La Hoya действительно очень серьезные, очень быстрые, очень острые и прицельные. Что это такое, когда влезаешь не в свою более тяжелую весовую категорию? Принимаешь на себя удары. Большой специалист держать одной рукой, бить другой так, что не видит никто. Оскар пропускает удар справа. Он очень сфокусирован. Второй раз. Конец третьего раунда. Абсолютно убежден, намеренно, потому что он прекрасно понимал, что для повтора сечь Оскара. А как? Заметьте, не пустил пока Оскар до сих пор Хопкинса в эту атаку. Пытался всегда отрываться и вдруг остановился и встретил. Просто не рассчитывает на удар справа, как на реальное оружие. Оскар перестал доставать. Это вообще его стиль. Оскользнулся.
Расплох хотел застать Хопкинс. Титул в бою против Оскара де ла Хойя. Сразу у него это получается. Видите, насколько массивный, насколько сильнее Хопкинс. Любитель силовой борьбы, он всегда прекрасно знал применение своей скорости. У Оскара де ла Хойя есть один недостаток. Это зачастую он заигрывается. В общем, за то, что никто не хотел давать мне боя, а Хопкинс добивался боя с Роем Джонсом. Что-то свеженькое изобрести. Хопкинса. Хопкинс чувствует себя хозяином. Провалить противника, попытаться, хотя это очень сложно. Потому что Хопкинс сейчас будет навязывать силовой вариант. Да. Увы. Увы. Есть поговорка. Боксерская поговорка в Америке. Большой хороший боец всегда побьет маленького хорошего бойца. Так оно и произошло. Никогда никто еще не видел Оскара де ла Хойя в таком положении. Это шок. Шок для всех и шок для Оскара де ла Хойя. Executioner Hopkins!